15 лет я верой и правдой служил народу. Уведомляю об экспроприации дома. У вас есть время до 7 вечера. Госслужащим со стабильным положением поклонялись как богам. Принеси-ка пивка. Сейчас. Быстро. Тут для тебя перекал. Я как раз думал, вот ты хорошо. Что такое? Это ведь не коррупция, правда? Это благодарность, только и всего. Искренняя благодарность порядочному чиновнику. Цель реформы в том, чтобы перераспределить нашу бюрократию. Да они просто решили тебя уволить. Сотрудников, подпадающих под категории, которые я сейчас назову, данное постановление не касается. Работники, имеющие физически неполноценных членов семьи. Мой брат Марио глухонемой! Спасибо, братишка! Не ори так, он не услышит. Так что же мне делать? Знаете, куда я вас пошлю? Я люблю сюрпризы. Мама, мне Северный полюс. Вы будете защищать наших ученых от белых медведей. Нам нужно, чтобы он уснул на пару часов. Хочу взять у него спермограмму на анализ. Смотри, как-то звонит. У вас все в порядке? Я тут анонирую белому медведю. Хотел поблагодарить вас. Вы подарили мне работу моей мечты. Значит, один служащий все-таки сумел устоять. Найдите мне самую дерьмовую дыру на свете. Они сожгут тебя на костре, а твой прах пустят на удобрение. Меня все устраивает. Что привело тебя сюда? Откровенно говоря, борьба за выживание. Здорово. Немедленно возвращайте его домой. Здравствуй. Поставь подпись на заявление об уходе, ладно? Я не хочу. Госслужба — это святое. Ну-ка, попозируй, приятель. Ты прожил убогую жизнь, думая о своих привилегиях. Боги приговорили тебя жить на зарплату. Я от госслужбы не отступлюсь! Сыночек сходил в кино на этот, как он называется, Мадагаскар. И давай, значит, ныть. Хочу пингвина. Поиграл 2 дня, ну и потерял интерес. Классик. Не играет, летать не умеет, забирайте его. Не водите своих детей на дамбу. От слонов много дерьма.